В операции приняли участие все, без исключения, полицейские подразделения, начиная от патрульно-постовой службы и заканчивая бойцами СОБР и ОМОН. Также в рейде участвовали представители муниципальных органов опеки и попечительства. Тщательно проверялась вся поступившая в органы внутренних дел информация о возможном местонахождении похищенного ребенка. Во время операции соблюдались необходимые требования конспирации, были приняты меры на случай возможных осложнений ситуации. Была проведена предварительная рекогносцировка на местности, изучены окрестные дороги и пути возможного отхода, которые были заблокированы полицейскими постами. Активно использовались служебные собаки общерозыскного профиля и собаки, специально обученные для розыска людей. В ходе операции было проверено соблюдение паспортного режима, проведены поиски проживающих на территории Брянска незарегистрированных лиц, осмотрены автомобили, сараи, нежилые помещения, канавы. В результате проведения мероприятий выявлены 25 человек, которые, согласно закону, были поставлены на профилактический учет. В отношении одного из задержанных составлен административный протокол за управление транспортным средством без водительского удостоверения. У другого не было никаких удостоверяющих личность документов, что также является административным правонарушением. Для получения информации, представляющей оперативный интерес, на допрос в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области полицейские доставили 18 человек. Александр Новиков, Сергей Сорокин, Александр Силин. События. Брянск. Брянский район.